прошлом году у нас было проведено ремонтов по станциям на 1 миллиард 800 миллионов рублей. 12 единиц оборудования было выведено в ремонт и отремонтировано. И это позволило пройти отопительный сезон, ну не весь вот этот вот прошедший год, без каких-либо существенных отказов по основному и вспомогательному производственному оборудованию. Суммарная ремонтная кампания 2019 года 2 миллиарда 50 миллионов рублей. По составу оборудования это 13 единиц. На сегодня выполнено на 80% ремонтная кампания на станциях. Из крупных, ну, таких значительных, это у нас на ТЭЦ-5 ремонт энергоблока, на ТЭЦ-2, на ТЭЦ-4 по котлам, по котлоагрегатам довольно серьезные работы проведены по замене поверхностей нагрева. На экологию в целом в этой программе ремонтной там порядка 150 миллионов рублей. Это в основном системы газоочистки и ремонт дымовых труб. Дымовые трубы в этом году у нас были в ремонте на ТЭЦ-2 и на Барабинской.